Почему аниме «Волчица и пряности» получило перезапуск, а не прямое продолжение? С меня история, а с тебя лайк и подписка. Первый сезон вышел еще в далеком 2009 году, и историю завершили на втором. Так получилось, что первоисточником выступала Ранобэ. Рейтинг так был хорош, что студия незаметно для себя обогнала то, на что опиралась, из-за чего им пришлось додумывать финал всего этого на ходу. И теперь, когда на руках есть завершенный сюжет, а в истории стукнуло 15 лет, перезапуск не заставил себя долго ждать. Который анонсирован на 2024 год. Именно. Спасибо за подсказку.